Всем привет! Сегодня вторая часть нашего выпуска. Продолжаем открывать кейсы. Первая часть записалась коряво, сразу извиняюсь, потому что почему-то с темным экраном это все записалось. Я, конечно, потом разобрался, почему, но выпуск перезаписывать не стал, чтобы не нарушать саму последовательность. Поэтому сегодня у нас второй выпуск идет. Вот. Сегодня также будем продолжать открывать ширпа кейсы. То есть баланс я уже пополнил, все так же на 250 рублей с промокодом в 40%. Ну и плюс есть вот еще доступные вращения. То есть сегодня я без записи открывал фри кейсы. Что с них выпало, то есть я сейчас покажу. По-моему, я никуда это не дел. Вот. Фри кейс. То есть открывал фри кейсы и со второго у меня выпало, то есть вот этот вот дроп выпал за три открытия. Вот так, ну, перед началом покрутим колесико, посмотрим вообще, чем порадует оно, какие-то бонусы у меня есть там, хер его знает какие. Ну, будут новые, значит. То есть 2500, ни хрена себе. Что это означает? Условия получения, текущий бонус, всегда может посмотреть т-т-т-т. К пополнению при минимальном пополнении. Ух, нихера себе, на пятеру надо пополнить, чтобы такой бонус получить. Это интересно, разово надо пополнить или вообще как-то накопительно будет? Ну-ка. Просто если накопительно, то можно, в принципе, бонус от промокода при минимальном пополнении от 5000. Тут не сказано, что разово или накопительно, тоже вот непонятно, как это вообще. То есть, ну, так-то если можно было бы по чуть-чуть, да, глядишь бы, накидали что-нибудь. Так, здесь тогда, ну чё, погнали, кейсов там бесплатных сейчас нету, будем эти крутить. Ширпа, как обычно, ну чё. Блин, по 5 или по 3, чтобы удобно было видеть. По 4 вот так вот, нестандартно, давай открывать. По 4, чтобы в строчку все влазило и видно было, как падает гроза. Ну вот они, моя полоса едет. Вот это все сразу это. То есть посмотрим, как сегодня у нас пойдет дело с этими кейсами. Вчера там все равно там что-то вытащил я аккаунт я все перевел свой в стиме. Ну что за 20, это какой-то вообще фигня, блин. Продаемся еще разок, давай. Интересно просто вообще, реально ли будет выбить нож с этого, с такого вот кейса. Тоже дешмань. Ну, как бы пока не сильно мы в минус улетаем, конечно. Что еще? Ну, можно сказать, практически ничего не этого. Юспик, ну, это мимо пролетает, да? И здесь шляпа всякая. Так, продаем. Давай быстро раза три откроем. Ни о чем. Ни о чем. Тоже ни о чем. Что-то вообще ни о чем прям. Ни о чем. За 14. О. Ну давай так. Покрутим дальше. Посмотрим. Авто. Ну этот хоть что-то, по-моему. 46. Так, ладно, мы его оставим пока. Потом попробуем проапгрейдить. Посмотрим, что получится. Либо на контракты закинем, либо проапгрейдим. В общем, ну вот она идет, моя полоса. Или как это, строчка, или что там, столбец. Ну, тут фигня всякая. Ну, типа, так-то, в принципе, окупили мы открытие. Ну, давай. Сколько тут вот. Ну, вот тут бы стомразнулось. Ну, или вот здесь вообще чудесно было. 39. Так, это мы продать и пробуем еще, что тут сыпанет. Конечно, надеяться на то, что там реально прям, ну, он дразнит, он такой рядом, там все сыпь крутится, а ни хрена.
на самом деле не хочет выдавать. Продать еще разок. Так, сколько у меня там две вещи? В апгрейды это тоже с двумя шмотками соваться рано. Хоть что-то еще надо, чтобы поинтереснее выпало. Юсп. Все пролетает. Ну, что-то это. Давай еще быстро. Не канает. Тоже не канает. Не хочет. Что-то сегодня прямо это. Вообще ни о чем. Что нам сейчас сколько? О, сейчас уже к концу прокрутка подойдет. Продаем, открываем. Ну дальше. Любишь же ты мозги делать. Прям интрига. Стой, все. Хрен-то там. Не хочет. Ну, давай. Ну-ну-ну-ну. Ох ты ж, падла. Ох ты ж. Прям видно, как он так замедляет, что это прям... Что под конец прям сильно замедляет. Неестественно. Продать. Давай, открываем. Ту-ту-ту-ту. Так, а сколько? Ну-ка, давай мы тогда сейчас пока не будем это продавать. Мы на этот ширпотреб мы закинем в контракты. То есть, ну, чтобы посмотреть вообще, какие контракты могут ширпа там выпасть. Давай еще. Ну, тут как раз там на одно открытие, да, осталось. Все, да, как раз. Ну, тоже ботва всякая. Так, давай в контракты и смотрим. Ну, вот так вот все это в подряд закидываем сюда. Все уже закинуто. Создать. Всего предметов до 39 рублей, можно до 157 создать. Давай, посмотрим. Можно. Создастся ли за 17 глок? Прям супер глок за 17 рублей. Так, что тут еще? Вот, вот. В контракт. Так, так, так. Вот так, вот так, вот так. А, что я их... А, они уже выбрались. Так, вот это, вот это, вот это. И вот это. Раз, два. А это мы попробуем потом это проапгрейдить. Посмотрим. Ну, то есть скины такие, как бы, ни о чем, ни алё. Ай, SSG. Так, ну давай в апгрейды. В апгрейды. Давай что-нибудь от. Давай, чтобы хотя бы с 50% шансом, чтобы было что-то такое. Давай тека. Тек 44. Да и хрен с ним. 44, так 44. То есть тут все равно ничего удивительного, поэтому что 44, что 50, P50 рентген, нет, не это, ну. Так, пам-пам, так, может калаш какой, я же все калаш хочу там себе, какой-нибудь это, за полтинник калаш, сука, купить, блять, можно проще, что-нибудь интересное, а, ну тут даже за полтинник калаша нету. Так, ну, давай вот эту вот хрень попробуем. Сейчас 60% практически. Ну, тут заходит нормально, да?
То есть это зашла. Давай мы еще раз попробуем. А, вот эту. И чтобы выбрать М-ка. Так, а это что, X? Что, может, калаши появятся? Или хер там, да, хер там плавал. Так, это, этот. О, давай вот этого попробуем. 66%. Какова вероятность, что на 66% залетит? Вероятность 66%, да? Ну, давай. И третье. Ну, блядь, если третий раз что-то скрафтится, это просто что-то нереальное там будет. Потому что, ну, чаще просирается. 68% аж прям. 68% точно. Хуй там плавал. Ага. Так. Веб снайпер, гост и вот эта фигня. Так, а чё? Да нахуй не буду я это. Сделаем тогда вот так вот мы. Доступные для продажи. Все продаем. Ну, хуй, 155 рублей тут. Ну, блядь, и давай снова кейсы подрочим. О, сори за мат. Пооткрываем. Пооткрываем кейсы. Давай. Вот прям сейчас нож как вот тут. Стоп! Как там прям сладенько было б. Три сразу б ножа зашло. И вообще огонь. Вот чё дальше не протянуло? 42. А, продаем нахер. Контракты, апгрейды. Какой-нибудь сочный нужен, смачный скин. А это такая хрень всякая. То есть на розыгрыше у меня там есть скины. Поэтому есть что разыгрывать. Да, кстати, ребята, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК. Как только у нас первая сотня наберется на канале, в группе, то есть запустим первый розыгрыш. Будем скины разыгрывать. Какие есть там, какие выбьем. Что столько скинов мне не надо, поэтому будем разыгрывать. Ну, ну и, конечно же, смотрим шанс выпадения ножа. Ну вот, вот. Видно, да, там как прям резко, там прям как по тормозам там, сука, нажали. Что ползет потом, вот. И по тормозам. Давай еще. Ох ты, что-то прям тут, а, два модуля. На, продаем, давай пробуем еще. Сколько там? Два модуля. Сколько эта хрень, интересно, тоже. Ну тут ни о чем. Ни о чем. Ну, давай. Прям на нервах играет. Это капец какой-то прям. Прям играет на нервах. Модули. Чё-то он меня этими модулями засыпает прям. Ножами так бы засыпал, как модулями. Ну чё, вот кати дальше. Всё, я только забуду. Не хочет он ножами засыпать. Было бы странно, да, то есть если бы на второй день нашего эксперимента выпал бы нож. Ну, прямо очень странно было бы. 52 рубля. Ну, это тоже стандартный модуль за 39 рублей. Потому что, ну, либо тогда я просто офигительный везунчик должен быть, ну, либо админы просто решили поугарать. Потому что сами понимаете, да, то есть не раскрученный аккаунт подписчиков там вообще ни о чем. И, ну,
То есть подкручивать. То есть шансы, как обычно, у любого пользователя, который пытается там что-то себе выбить. Пиксельный камуфляж город, эмочка. Да, не, у меня там Cyrex, эмочка нормальная. Не будем на пиксельный камуфляж ее менять. А это что такое? О, выглядит круто, стоит мало. То есть, если скин какой-то мы сейчас выбьем, ну хотя бы там рублей за 100, да, то в принципе его можно будет на розыгрыш оставить. А все там остальное меньше. Там, скин за 100 рублей на 100 подписчиков. А все остальное смысла нету. Там что-то ширпотреб этот разыгрывать, это несерьезно. Поэтому, если выбиться, выпадет. Вон тот красивый такой Desert Eagle, этот фиолетовый. Что там за Desert Eagle такой? Вот этот, да. Кровавая паутина. 50 снова, чё? Кимоно цвета. Кимоно цвета мяты. Отличное название для скина. Кимоно цвета мяты. Ну. Да-да-да-дам. Та-да-да-дам. Галиль, шмалиль. О. Так, а чё там? Ёп-мать, давай-ка вот так быстро. Что баланс там прибавилось там, да? Или 3, 4, 42. Ну, пиксельный камуфляж падает. Продаем. Открыть обычно. Ну, на авто остановись. Чё, тигр? Ну ты сегодня падал, тигр, да, уже? 29. Чё так дешево-то? Африканская сетка. Хрень какая-то. А, нет. Подожди, может для апгрейда его оставить? Ну-ка, давай вот так тогда продать. Продать. А нахер эти. Продать все, блять, апгрейды. Давай, открываем обычно. Так, ну если учесть, что сколько я закинул, 250. Ну, цель, конечно, как минимум окупить то, что было вкинуто. Ну, а максимум это, конечно же, нож. Конечно же, нож. Чего? Вот, стой! Силой мысли там, да, остановить. На ноже. А интересно, кому-нибудь вообще вот так вот там в ряд открывает, падало, нет, там сразу там 2-3 ножа, там, не знаю, 4 там. Какое вот максимальное количество за раз, интересно, выпадало. Просто тут сколько роликов смотрел, ну, как бы видел, что один выпадает, да, что два сразу такого. Не видал. Может, вы там видели что? А может, сами выбивали? Ну, если, конечно, выбивали. Вообще круто. Просто супер, если сами выбивали. Так, ну, давай, все, сейчас быстренько сольем. Тут, наверное, попыток на 5 как раз и осталось. Прокруток. Так, продать. Давай-ка мы сразу 10 ебанем. Сколько тут растягивать это можно вообще там? На полчаса 250 рублей открывать, но это ни о чем. То есть сразу 10. О, мой ряд из 10 ширпов. Кто бы сомневался. Да? Сколько? 81. Что, еще и окупилось, что ли? Ну, блядь, если окупилось, то давай. А что здесь? Подожди, 81. Ну вот этот я вижу за 39. И чё здесь, откуда 81-то?
А, ну и тут всякое там барахло, да. Ну давай продаем. Продаем. Давай еще разок. Вон там еще на открытие есть как раз 10 кейсов. А то тут устанешь так, ептать, по 4 кейса открывать. Ну тут хер. Ну, что-то пытается мне еще там давать. Что можно сказать, что так дает там прям, да, по 40 рублей. Вот в этой полосе, в линейке, вообще была погонь. 44. Херня, давай. Давай, давай. Не жмись на нож. Нож, давай нож. Мне похеру, самый дешевый, но нож. Цель нож, поэтому давай нож. Ну, модуль себе оставь. Вот модуль можешь поменять. А нож давай. Да, если бы это помогало там, да, то есть убедить робота. 73. Ух. Давай. Ну-ка, может, сколько там? 57? Ну, за... Ну. 84. Ебать, что-то уже... Видос, по-моему, сколько там? Минут на 20 уже затянулся. Шлак такой, 20 минут открывать. Давай, ну все, сейчас это... Сколько? А, ну, в принципе, сейчас что выпадет, должно еще на открытие на 10 кейсов хватить. Вот, и потом уже все будет шляпа. Сегодня как-то не очень. То есть вчера, в принципе, мне получше выпало. Вчера я там что-то, по-моему, сапгрейдил даже. Скины какие-то выпали там. Вот. Ну, вчера как бы окупился я, получается. А сегодня... Сегодня хрен. Сегодня хрен. Ну-ка, тут у меня Steam. Сейчас. Тан-тан-тан-тан. 56 что-то дает. Так, а чё? Ну вот на 10 там есть, да? Сейчас я. Магазин, библиотека, сообщество, выход. Да похеру, что-нибудь давай. А, так, профиль. Сейчас я покажу там, что это. Инвентарь. То есть вот эти вот три скина, то есть вот этот и вот этот, это я вчера все вытащил с сайта, когда у меня звук не писал. То есть вот этот сколько, стартрековский 92, это хрень у нас 107 и фосфор на 256. То есть я вчера закинул 250 рублей и вот эти три скина вытащил. Ну вот фосфор мне, по-моему, выпал с кейса, у меня там на третий бесплатный кейс хватило, а вот этого вот, ну, ни хрена не хватило. Так, вот, чё мне тут выпало, блядь, кто-то в дверь там звонит, ну, пусть звонят, нахуй. А, ну, уже там кто-то открыл там, походу. Людей привычка, блядь, попасть не могут в подъезд, всем подряд в домофоны долбят, блядь. Могут и ночью позвонить, рано утром, ты спишь такой, довольный, тебе хоп, названивают, блядь. Так, ну ты давай мне это, либо нож, либо сливай окончательно. Чё ты мне мозги тут долбишь? 60 рублей дает, сука ты. О, давай 10 тогда. Пиздец тут. Тут охренеть можно просто, да. Ну все, вот это сейчас слив. Ну слив. Чё? Так, 50 не хватает, давай 5. 5, потом, наверное, еще раз 5. Нож. Ножичек. Ну да, еще 5. Ну, тут уже там 7 рублей осталось. 7 рублей осталось. Ну, модуль, конечно, кто бы сомневался. 58. Ну, тут на 10, значит, давай. Если даешь на 10, значит, 10 открываем. Ну, то есть, как видите, то есть минимальный баланс, то есть, ну и шансы там вообще, да. То есть это не кейс, который на живой там
4000 стоит, там 5 перчаточный. То есть это 6 рублей стоит кейсы. Какой шанс такого кейса ножик вытащить? Ну, сами видите. То есть никакого. Ну, точнее, хер его знает, какой тут шанс вообще. Вот 12, сейчас все. Ну, 7 копеек, все. Это слив. Или сейчас... Вот я охерею сейчас, если он... Вот, ну да. Мечтай. Мечтай. Все, даже на один не хватает. Ну, все, ребята, сами все видели, да? То есть сегодня день вообще как бы не прущий. То есть какого-то говна там маленечко поднавалило. Ну, даже неинтересно было его как-то выводить там на розыгрыш, пускать еще что-то. То есть инвентарь вы видели, то есть у меня там есть скины, которые можно разыграть, то есть там трейдбан на них пройдет, когда передавать, обменивать можно. Вот, ну, в любом случае для начала нужно хотя бы сотню набрать подписчиков на канале, сотню подписчиков в группе, поэтому чем быстрее мы наберем, тем быстрее будем разыгрываться. Все, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Все, завтра ждет очередной у нас выпуск. Все, всем пока, всем до новых встреч.